Привет, дорогие друзья и подписчики. Итак, Зоотроп снова с вами. Редко нынче выходит видео, но, к сожалению, такое время в стране, поэтому довольствуемся тем, что есть. Сегодня мы для вас снимаем ярмарку голубей и декоративной птицы, которая, слава богу, таки состоялась. Было много вопросов. Она должна была, первоначально была запланирована в Боробое, поселок Одесской области. Но, к сожалению, там возникли некоторые вопросы, и она не сложилась там. Но организатор молодец, спасибо Сереже, организатору. Мы ему обязательно приедем туда на место, дадим слово, чтобы он высказался по этому поводу и по поводу ярмарки. Но он не бросил эту затею, и он таки провел ярмарку в другом населенном пункте. Вы видите сзади нас населенный пункт Дальник, недалеко от Боробоя. И здесь проходит ярмарка. Итак, мы слишком много говорим. Погнали на ярмарку смотреть голубей и другую декоративную птицу. С вас подписка и лайк, а Зоотроп, конечно, работает для вас. И вся его команда. Сегодня с нами Виктория, которая для вас постарается сделать интересные фотографии. Вперед! Ну, сьогодні ми зібралися тут і організували невеличкий такий ярмарок. Подяка всім, хто учасникам ярмарку, хто приїхав. Всі, хто підтримав нашу організацію, Крутюку Сергія Івановича, селищному голові. І всі, хто приїхав сюди. Ну, пригласіть на следующую. Давайте, да, чекаємо запрошення, да, наше, офіційне підтвердження. Слідіть за анонсами, скоро буде ще ярмарка, все буде добре. Огромне спасибо вам за організацію ярмарки. Дякую, спасибо. Так, не береш білих, то я ухожу. А ні, не береш. Я просто поділюся. Мне ботинку надо самому. Я его взял. Берется пакет, это же одна и та же хуйня. С белым. Ну, мазь будет такая же самая, щекатая. Ну я посмотрю. И фазаны, и все, кто хочешь есть. Я показав, я батька, і це мама. А це в мене є ще вдома, ще один. Зараз хай він вдома. Добре. Перебите, а целое? 5 рублей килограмм. Перебите, а целое? А целое нет. А зачем вам целое? Я сам перебил, она же дешевле будет. Ваша улыбочка, Вася, вас снимаю. Да. Голубей снимаю. Куда же Вася без улыбки? Да. От улыбки лоптала губа, да? Да. Добре. Добре. Павлин? Есть.
плечі. Чи не два сорстачі на плечі? Да. Один орлікін, один чистачі на плечі. Скажу. Так і да. Да? Так і да. У Ютубі. І там теж. Йо-моё! Оце так. Це ми тепер зв'язди. Автограф можна роздавати? Нужно. Так? Да? Как Люба звізда Ютуба. До Люби нам ще далеко. Миша, у тебя этих поясок много дома? Две пары осталось, а старых еще. Старых, да? Что, а эти сколько возраст? Какой? Да это же молодые. Ну, какого? Ну, молодежь такого попаровали. Это вы? Да. Куда встал, да? Я разберусь, куда мне встал. Где было, там хорошо. Какой ушастый, классный. Я на траву хочу. Вика, вот такую шиншилу надо дома заводить. Это не шиншилла, это фландер. Я образно говорю. Или вот такую сразу. О, вон, пожалуйста, на тебя. Воля, ты не рискуешь? На, надо все шпарковать. Да. Хочет за палец, то уже все. Пальчик совать не надо. Не желаю. Не, ну если лишнее есть, то да. Пока вот так на расстоянии. Это самый лучший вариант. Я вам открою, да. Чтобы без сетки было, пожалуйста. А, красавица. Сколько вам по возрасту? 3 месяца. Шикарно. Она всегда так. Крикливые попугайчики. Не, боюсь. Прямо как разговаривают. Можете немножко отойти, сейчас они петь будут, можете снять. Обязательно. Сейчас, если подождать, они все запоют. Надо, чтобы не тревожил их. Смотри, как поют. Трель такая. Ну, это еще обрывает он.
Короче, я шапки прокатываю. Пастук маленький. Я говорю, что за хлопцы нет, так я не вижу. Не, не. Казав мені товариш, каже, дивлюся, каже, Зоотропа, каже, тебе рідко в камері бачу. Ну, тепер точно є в камері. Каже, ми ж голубей знімаємо, а не заводчиків. Так что, товарищу, привет передавай. Привет, Олежка. Трубочку надо. А ты ж нас сними, уважаемый. Что мы за... с поляны, все как положено. Да, 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 ничего. Короче, они ж святую воду пьют, все в порядке. Буря и покойный Матула. Телефон есть, мы поговорим. Да, есть. Потому что там голубь один желтый есть, но той же шмара не имеет. Таску. А скамеечки? Сложили скамеечки? И скамеечки тоже. А где же номер телефона на скрябанной скамеечке? А ты в самом деле поставил, и парень раз. Люди... А номер я взял бы, здесь бы с гвоздиком и нацарапал, сразу бы знали бы. Надо гвоздиком выжигает, пускай. Я перезвоню завтра, Коль. Да, хорошо. Купи индюка. Руки поводят. Сейчас уже я сетку затянул, бля, сейчас даже Так и работает, реально.
Надо не рассказывать, мы попробуем. Там с перезвоним на правду. Если что, я могу. Теми не продать? Ну да. Правда, 15, да? Да. С меня такой торгашник, знаешь? Стик. Я еще ни одного литра не продал. Пива нет. А там на дачах у них, вот это, где мирная, там, без того. Ага. Там она тут сразу возле моста. А что у вас за дерево сегодня? Бамбук. Вот интересовался, это же по 1000 евро. Если у тебя тяжести какие-то есть, давай мы завезем. Саша, сегодня будете выкидывать? Ну или сегодня, или завтра. Как успею. Оля. Ну будет 10 штук свет. Голуби, улыбочка. Они всегда с улыбочкой. Вас снимают в профиль и анфас. Рандомный зов, Грек. Да він мені вже третій раз подобає. Ти забереш того вибори. А я шукаю, де ти знаходишся. От і Юрка. Самое интересное яйцо в Юрку. Там светла. Там две семьи живут от здоровья, а я живу от рельсы. А ты уже кто, блядь, на тебя такие слабые, блядь, профессиональные болезни. Так что тут ты... Ситуация. Это народный стресс. Да нет, ну, блядь, эти уже давно все отвлекли. Да нет, правильно, но я же тебе говорю, это жизнь. Так, ладно, я потом туда пройдусь еще раз. Так, короче, я в 11. А красавцы. Молоденький. Ничего не будет, ничего не меняется. Так, дорогие друзья, вот так сегодня выглядит ярмарка голубей и декоративных птиц, которая состоялась, должна была быть в Боробое, но состоялась в Дальнике.